Харькове коммунальные службы работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение в городе. По словам главы военной администрации Олега Синегубова, ракетных ударов по области не было. Но, как во всей Украине, в Харькове 23 ноября пропал свет, остановилось метро и электротранспорт. Людей из метрополитена эвакуировали. На улице вывели дополнительные маршруты, но все равно были огромные очереди на остановках. Из-за того, что не работали светофоры, на сложные перекрестки вышли сотрудники патрульной полиции и вручную регулировали движение. Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, из-за отключения света придется перезапускать систему отопления. Также были проблемы с мобильной связью. Многие не могли дозвониться друг другу, а вот служба экстренной медицинской помощи работала исправно. Кареты скорой помощи дежурили около больших супермаркетов. И кому нужна была помощь врачей, могли обратиться к ним напрямую, сообщил глава Харьковского региона Олег Синегубов.